Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале! И сегодня мы прогуляемся по интересному району в Кёльне. Вы помните этот кадр? Это на выходе из шоколадного музея. Это старый порт, район старого порта. И мы сейчас пойдем и посмотрим, как интересно сочетаются старые здания, которые здесь остались, с совершенно новыми модерновыми постройками. Я люблю такие районы, мне нравится, когда сочетается старое и новое. И здесь не только жилые дома, здесь также находятся офисы, и все это все вместе мирно сосуществует. И вот такой интересный дом. Здесь находится Биркеншток. Они занимают довольно много места. Даже, по-моему, два дома занимает фирма Биркеншток. Но они вот в хорошем месте расположены. И посмотрите на этот лифт и вообще на эту архитектуру. Хотели бы ли вы жить в таком доме на берегу Рейна, в таком районе? Я задала себе этот вопрос и как-то не смогла четко на него ответить. Вот здесь виден яркий контраст старого здания и современной архитектуры. Я уже говорила, что мне нравятся такие районы, но вот посмотрите, именно вот в таком доме, честно говоря, жить мне бы, наверное, не хотелось. Было очень жарко, люди сидят, принимают солнечные ванны. По-моему, это здание, если я, конечно, не ошибаюсь, старой таможни, но, может быть, я ошибаюсь. Тут свои кафешки, ресторанчики, даже учебные заведения, свои магазины, как-то такая закрытая территория. Вот в конце этой улицы там еще находится такая обширная спортивная площадка. В общем, довольно удобно все это.
Это старый порт, поэтому краны здесь оставляют как элемент декорации. И вот я вам показываю разные типы домов, которые здесь есть. Они разноцветные, довольно симпатичные. И это жилые дома. На первых этажах находятся ветеринарные клиники, парикмахерские, салоны. В общем, все удобно. На домах есть декоративные элементы, поэтому я оставила фото, чтобы вы смогли рассмотреть. Вот, например, интересно открываются окна. Мы идем уже по другой стороне, возвращаемся. Окна, конечно, этих домов все выходят на Рейн. С одной стороны, это очень приятно смотреть на воду, и прохлада, и ветерок оттуда. С другой стороны, я хочу сказать, что движение на Рейне довольно активное, так что будете видеть, но и слышать очень хорошо все эти проходящие корабли и баржи. Еще раз показываю вам это здание, которое вызывает у меня двоякие чувства. Вот эти все подвесные конструкции – это старые конструкции, их просто оставили здесь для красоты. Мы возвращаемся домой. Пишите в комментариях, нравятся ли вам такие улицы. Я вас всех обнимаю и целую. До новых встреч. С вами была Наташа. Пока!